Время второй час всего лишь. А я с фонариком снимаю. Ой, как же эта серость замучила осенняя. Всем привет, мои дорогие. С вами канал Зацветайка. Я тут все жду, когда у меня каладиумы заснут. Они что-то и не собираются. Это сорт Bubblegum. Это же Bubblegum. Вот такой листочек я брала. Смотрите, он мне выдал красоту какую. Такая контрастная зеленая полоса. Красавчик. Эти тоже еще не спят. Даже вон листочки выдают. Новые. Я их, кстати, пересадила в стаканчики. Вот как заснул у меня один маленький. Так и все пока. Когда хоть они спать-то укладываются. А и у меня вот шкура дракона выдал листик. Хорошенький. Я вам вообще-то новиночки показать хотела. Такой вот филе у меня появился. Silver Queen. Я его уже пересадила неделю назад. Он был в таком крохотном стаканчике, как наперсток. Не знаю, какой это диаметр. Вот, ну, переселился он. Такой вот серебристый красавчик. Да, не без недостатков. Но если учесть его долгую дорогу, то вполне нормально пережил. Трудно было смириться с тем, что погибли мои сеянцы стрелицы. Вот пришлось приобрести готовую. Тоже вот видите кончики листочков сушат. Это я ее сейчас обрабатывала эпином. Но не первый раз уже. Вот неделю назад я их пересаживала. Тоже в таком же крохотном стаканчике были. Смотрите. Не знаю, переживать или не стоит. Ну, вот такая вот проблема есть. Так, давайте еще покажу сейчас. Похоже, я начинаю сходить с ума еще и по суккулентам. Появился у меня вот такой кактусенок. На ценнике было написано «Кактус мамилярия». Необыкновенно милый, пушистенький. Такой рыже-зеленый. Вот моя коллекция суккулентов пополняется. Калатея арбифолия. Тоже вот такая вот беда с листочками. То есть я покупала их такими. Ну, может быть, у меня немножко подсушили вот эти вот. Я их не стала обрывать. Очень переживаю, конечно, за них, как за любых новичков. Но надеюсь, смогу с ними подружиться. Обожаю калатейки. Давно такую хотела. Классная. Сорт этой малышки называется Фредди. Бодро она так в рост тронулась. Вот трубочку разворачивает. Есть какая-то ктинанта, похожая на нее. Название сорта не помню. Вот такая, в общем. Чудесная растюха. Еще одна малявка. Это China Red или China Red. Такие вот листочки. Она должна быть более красная. Ну, поскольку Red, да? По крайней мере, на фотках в интернете она очень такая яркая.
Я ж не сказала, что это агланема, это не колотея. Гляньте-ка у меня, Диффенбахия Грин Мэджик. Второй листик выдала. А рефлектор никак не развернет. Он такой огромный будет по сравнению вот с этой, да? Гляньте, какой мощный. Вторая почечка почему-то не хочет листочки выдавать. Жаль. А еще я переукоренила свою давнюю диффенбахию. Переживаю за нее жутко. Много листов она потеряла. Переукореняла, потому что оголился ствол сильно. Длинные такие столбики были. Наверху листочки. Вот, в общем, три черенка укоренила в воде. Корешочки маленькие были, мне кажется, с маленькими. Лучше она адаптируется при посадке в землю. Ой, прям переживаю, переживаю. Вот здесь лист срезать пришлось. Еще там где-то один. Вот здесь. Ну и так выглядит она, конечно, не лучшим образом. Видите, листики желтит. Шикарная моя красоточка, любимая. Жалко будет, если не приживется. Оп. Ну вот, девочки, девочки, мальчики. На этом закончу, наверное. Обнимаю вас всех, люблю. Держите кулачки за мою диффенбашку. Все, всего хорошего. Всем пока-пока. Ух ты, снег повалил. Ну, лучше уж так, чем вот эта серость. Пусть все будет беленькое. Скоро Новый год.